Доброе утро, это слово на каждый день. И я хочу с вами сегодня поделиться тем словом, которое Господь вложил в мое сердце. Это место Писания 1 Коринфянам 4 глава с 1 по 3 стих. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроители же требуются, чтобы каждый оказался верным. Вы понимаете, к кому я сейчас обращаюсь? Я обращаюсь к вам, верным. Верным служителям, верным людям, которые действительно избрали этот путь, Божий путь, по которому они согласились идти и заключили с Богом завет. Я вас хочу ободрить и сказать те качества, которые нужны для верных людей, домостроителей. Это качество верность и надежность. Верность и надежность – это актуально сейчас в наше время. Все хотят, чтобы рядом с ними были верные люди, верные работники, верные друзья, верный муж, верная жена. Это очень актуально. И Бог хочет от нас верности. Он доверил нам эту землю, где мы сейчас живем. Он доверил нам нести благую весть каждому, в каждый дом, в каждое сердце, в каждую семью, в каждое государство. И мы на этой земле для того, чтобы быть верными именно одному Господину, который является нашим Господом и Спасителем. Это Иисус Христос. Я хочу вас благословить и сказать, что когда Иисус Христос уходил с этой земли, Он сказал: идите и несите благую весть, и каждому говорите обо Мне, каждого крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Имейте эту верность, умножайте эту верность. Имейте эту преданность, имейте эту действительно надежность, и Бог вас благословит всегда и во всем. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа, и все скажут: Аминь.